Ой, всем доброго времени суток. Два дня меня не было с вами. Надеюсь, вы соскучились. Я очень. Но у нас такие новости. Сейчас расскажу. В нашем полку прибыло. У нас теперь полный боекомплект. Тыска убежала. Ага. Приехала сноха с дочей. Сына нашего жена. Вот Тыска убежала 2 дня назад. О! Султан там требует к себе внимания, потому что он в коляске, а все в свободном плавании. Держишь ее, да, Алина? Да, мне бы лучше в коляске. Алина говорит, я бы лучше в коляске. Сегодня... В общем, сейчас что-то с одного на другое прыгаю. 2 дня, конечно же... Стой, машина. Скучали, привыкали друг к другу. Не отпускай ее. Хотя мы уже и вчера ходили, естественно, гулять с Аришей и с Кемалем. А сегодня к нам Альмина присоединилась, потому что праздник. В России сегодня был бы день пионерии, а в Турции какой праздник, Аль? Для молодежи. А, в общем, день молодежи сегодня. И по этому случаю не учится молодежь. А завтра уже в школу. А завтра в школу, а один день не учатся. В общем, мы теперь наисчастливейшая дедушка с бабушкой. У нас кутерьма. Кутерьма у нас. Аль, ну-ка покажи, какая прыгалка у тебя. Показывай. А, Аришка, ну-ка. Ну, отпусти, Аришуля, иди ко мне за ручку. Аришуль. Давай. Оп. Это мы такую прыгалку ей купили в России еще, да. А еще она светится, когда... Темно. Да, в темноте светится вот это вот колесико. Очень классная штука. Раньше скакалки были, а теперь вот такие палки. Оп. Вот такая вот попрыгушка-стрекоза. Давай другую ручку, повернись нормально. Ой-ой-ой, машина. Давай другую ручку. На базар вчера ходила со снохой, вот на Чершамбу, вот этот большой среда. В общем, мы с ней вдвоем ходили. Некогда еще тут кое-кто вырывается. Да, там ничего не снимала, мы погуляли там, кое-что купили. На продукты. Огурцы. Сноху Алена зовут. Огурцы она купила по лире за килограмм. Потом идет и говорит: а почему я огурцы купила? Ну, по лире. Она: так это я что? 10 рублей, что ли, за 2 килограмма отдала? То есть вот когда покупаешь, она не поняла. А потом: это 10 рублей 2 килограмма. Лира упала, сейчас вообще лира даже 4 с чем-то. Ну, я уже так грубо говорю, по 5. То есть вот 2 килограмма отличных огурцов. Взяли, отдали 10 рублей. Пошли. Вот. А вчера вечером еще, знаете что, я какой сняла небольшой ролик, ставлю его обязательно. А то что зря снимала, как у нас убирают эти подземные мусорки. Я сама никогда не видела. И мне было очень интересно. Не вырывайся, машина сзади. И мне было очень интересно. Ну и вот, с окошка она как раз приехала, и я сняла такой ролик. Вам же тоже интересно, как мусорку очищают. Ладно, увидимся. А то мы уже почти дошли до нашего парка с качелями. Ну и все. Будем развлекать молодежь. Молодежь, будем развлекать. Будем развлекать молодежь. Да. Умница моя. Да. Вот так. А из нашего окна площадь красная видна. Сама ни разу не видела. И вам решила показать, как убирают мусор вот из этих подземных мусорок. Приезжает мусорная машина, какой-то шланг подсоединяет, чтобы поднялись мусор. Давление, да? Муж подсказывает. Снизу, чтобы мусорки-то поднялись. Ну и вот контейнеры
выезжают, высыпают. И назад их завозят. Все сверху, все чистят. А еще их все по весне отмыли, помыли. Прямо вот со щетками, там, с каким-то моющим средством. Они были блестящие, красивые. Ну и все. Оп, вниз опустились. Все, отсоединилась машина. Поехала до следующей мусорки. Ну вот, и себе показала. И сама посмотрела, и вам показала. Вот как правильно сказать. Завтра, возможно, что-нибудь поснимаю. А то тут я себе каникулы устроила. И вставлю этот ролик туда же. Посмотрите, посмотрите, возле детской площадки мы гуляем, как я уже говорила. У каждого свои домашние животные. У кого-то там кошки, рыбки, мышки, у кого-то козлы. А тут, оп, еще хозяина клюет. Мы не знаем, что это за цесарка. Как-то она убежала, они тут бегали. По всей площадке за ней. Кто знает, что это за птаха? Расскажите. Ой, а, о, ничего себе агрессивная какая. Ой, 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 ой. О. Да, господи. О, кормит все. Она его за ноги. А, хозяйка. Ко-ко-ко, видишь? Ко-ко-ко. Опа-опа. Ко-ко-ко. Мне кажется, у него даже джинсы из-за этого порваны, да? Опа. Ко-ко-ко. Ко-ко-ко. Что это за тварина домашняя? Кто знает, пишите. Ко-ко-ко-ко. Все залетит. Ого. Ух. Топком ее приглаживает. Боится руками тут. Алиса на улице. Ой, пусть. Кыш. Кто это? Бочком ходит тогда. Слышь? Опа, какая шустрая. А когда Симба орет? А там еще? А, еще еще? А там еще. А, там клетка у него. Вот там в углу, по-моему. Справа. О, ничего себе. Прогуливается по парапету. Мы прогуляли наш детский сад. Пришли к нам во двор. Покажу он сейчас. Мушмулу еще собрали. Средняя несет Золушка. А еще хочу показать, как гранат цветет. Вот, вот у нас. А зачем сорвали? А потом вдруг плод там будет. Сорвали. Эх, вы девчонки. Сейчас другое дерево покажу, гранат. Оно попышнее цветет. Вот это вот цветет. Больше цветков на нем. Мне интересно, что вот такие тоненькие прутики, понимаете? А потом на нем же вот такие большие плоды гранаты. И вот все выдерживает, ничего не обламливается. И дерево такое с тонкими веточками. Ну, видать, достаточно крепкими, раз плоды граната выдерживают. Так и не один же. О, еще он прошлогодний черный плод болтается. Ой, будем заходить, подниматься к себе. О, скакалочка у нас. На сегодня наш детский сад закрыт. За детьми пришли родители, вернее сказать, мы привели их домой. Сытыми, довольными, нагуленными. У них санчас, а у нас прогулка к банкомату. Шагаем в банкомат. Покажу, как денежки снимали, потому что все равно об этом ходят слухи, разговоры. И так дальше. Может кому-то лететь в Турцию предстоит. Вдоль дороги цветет олеандр разными цветами.
покажу, переверну камеру, будет удобнее видеть. Смотрите, вот это вот какой-то нежно-розовый, как белый можно назвать. А дальше вот такой вот розовый. Они чередуются. Ну да, а у нас и такие, вот ага, в России такие цветочки бывают в горшках. Мне кажется, редко когда цветут. Просто листва красивая. А в Турции еще и цветут. А, рядом с цветочками вот такой пейзаж. Утром было солнце такое яркое, а сейчас гремит. Гремит. Ну, не знаю, тоже. Бывает, погремит и перестанет. А может быть и пойдет дождик. Вчера вроде как передавали, но не было. Вот, вначале банкомат, ну, по нашей дороге, Ижбанка. Мы не рекомендуем снимать там деньги, но вы, конечно, это можете делать. В общем, там либо зажевывают карточку, бывает такое, либо чек выходит, деньги не выходят. Ну, какие-то вот такие нюансы, казусы происходят с этим банком. Поэтому не рекомендуем. А вот этот вот красненький банкомат Зират банка, ну и банк вот Зират банка, то 2500 тысяч лир в день, комиссия 150 рублей. А если 2000 лир, то комиссия 100 рублей в день, еще раз подчеркиваю. Отличный результат по снятию денег. С карты Сбербанк Мир, подчеркиваю. Где-то бывает, есть, переключается на русский язык, но у нас банкомат на турецком. Мы, конечно, мы уже привыкли и снимаем на турецком языке. Мы же все знаем. Вот, все успешненько. Опа! Денежки сняты, можно зайти в пекаренку. Ну ладно, ладно, без вкусняшек. Ну, хлебцы-то купим. Раба. В общем, еще пока продолжают продавать мои любимые лепехи. Мы ее и купили. Это, ну, 5 стоит, а обычный хлебушек 3. О, отправляемся в обратный путь. Покажу вот так обзорно. Улица, солнышко что-то выглянуло. То гремит, то солнце. Азан звучит. Да, да, праздник, и вот флаги. И символика Ататюрка, и флаг Турции висит. Ну вот Шок, знаменитый магазин сетевой. Еще небольшое дополнение насчет снятия денег в банках, в банкоматах. Муж настаивает, чтобы я сказала, в банке Вакыф и в банке Денис банк тоже можно снимать наличные деньги, но комиссия будет больше. То есть здесь 100 и 150 рублей в зависимости от суммы снятия, а там больше. В общем, с Тинькова пока невыгодно, еще больше говорит комиссия. Вот поэтому пользуемся Зиратбанком пока. Снимаем Сбербанк Мир. Выгодно, отлично, замечательно. А пока в Шок зашли, выходим, а на улице уже дождь. Но он как бы прошел, сейчас маленько идет, но... Видать, ливень был не слабый, вон все мокрехонько. Как все это быстро случается, я не знаю. По щелчку. Сейчас еще в Бимку зайдем. И домой. Посмотрите, какие еще я увидела. Красивые. Маленькие такие розочки. Пышненькие. Очень приятные. А вот бугенвилия другого, видите, кораллового цвета, совсем отличная. Ну-ка, что, зайти опять в чужой двор, да? Ну ладно. Какого-то здесь как красного, а там кораллового цвета. Еще молоденькая, видите, не раз это. А розочки-то вон какие.
Ой, милашки. А еще вот какие разноцветные девчонки. Не все магазины еще обошли, еще вот 101 зашли, муку купим, потому что здесь подешевле 2 килограмма, вот 20 лир. Все-таки попали мы под дождь, шагаем, пока там свои муки мы покупали, да, какие-то йогурты, попали, а, намокли. Но дождь теплючий, теплючий, жарко заходит в подъезд. В подъезде решила вам сказать до свидания. До встречи в следующем видео. Видите, 4 квартиры у нас на площадке. Не в каждом турецком доме такое бывает. Ну все, увидимся.